Всем привет, очередная распаковочка на моем YouTube канале, и как всегда у меня по ссылке призы, которые я выиграл за монет AliExpress. Давайте начнем с самой маленькой. Здесь написано, что здесь кольцо, но на ощупь здесь их несколько штук, по-моему 6 штук, которые я выиграл. Сейчас глянем. А нет, 12 штук, 12 колечек, смотрите. Так много колец сразу я не выигрывал. Хотя я выигрывал много разных колец, но чтобы столько сразу. Ну, дешевка видно. Какой-то металл дешевый. У них колечки разного дизайна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Да, 12 колечек. Все разные. Некоторые просто колечки, некоторые с узорами, некоторые с камушками, как вот это, например, видно будет или нет. Камушки высокие. Дешевка, в общем. Даже не знаю, куда их пихнуть. Продам оптом, наверное. По дешевке. Ладно, убираем в сторону. Так, следующая посылочка. Здесь должна быть док-станция на Nintendo или что-то такое. Зарядное устройство, в общем. Давайте посмотрим. У меня нет таких устройств. Вот, смотрите, она как подставка идет. И зарядник торчит. Так, здесь написано, на какой он. Switch Lite. iPlay называется. USB Charge. Adapter Charge. Switch, короче, Switch. Приставка Switch называется. Я не разбираюсь, честно слово. Так, вот кабель. Сама док-станция. Интересно. Очень легкая. Так, здесь вот написано 5 вольт, 1,5 ампера, 15 вольт, 2,6 input, output, то же самое. Так, кабель у нас USB-C. Так вставляется. Это уже USB обычный. И сюда устанавливается, так что тут мешает снизу. Вот такая вот док-станция. Хоть что-то интересное выиграл. А то вон всякая бижутерия, всякая ювелирная херня маленькая. Ненужная. Вот это я даже не знаю, за сколько можно продать. Нужно будет глянуть, сколько она стоит. Ладно, уберем в сторону. И здесь тяжелая посылка. Здесь написан какой-то шарф, но я не помню, чтобы я заказывал шарфы какие-то. Возможно, балаклавы, но давайте посмотрим, не будем гадать. А, все, балаклавы с черепом. Я не думал, что они настолько быстро придут. Я как-то уже одну такую заказывал. Фото размещу сейчас при монтаже видео. Так, сколько тут штук? 4 штуки должно быть. Раз, два, три, четыре. Давайте одну открою. Это балаклавы, в общем, с черепом, 3D рисунком. На Алиэкспрессе есть разные балаклавы с таким рисунком, но есть и подделки. У меня как-то попалась подделка, она вообще какая-то детская была. Рисунок был уродский. А вот эти вот балаклавы, они хорошие. У них рисунок реалистичный. Вот такой вот череп. Фото вставлю при монтаже, чтобы вам было понятно, как она выглядит на лице. Но, что я хочу сказать, она двухслойная, очень жесткая, и через нее сложно дышать. Хотя тут просвет видно, да, чуть-чуть. Но все равно через нее сложно дышать, если вы занимаетесь спортом, допустим. Если вы хотите куда-то на велосипеде или на лыжах
то вам будет очень сложно дышать. На мотоцикле еще ладно, на мотоцикле вы мало двигаетесь, еще можно дышать. А вот под активный образ жизни она не пойдет. Либо нужно будет вырезать здесь второй слой, хотя нет, она однослойная. Ну, не знаю, либо дырочки здесь сверлить в области носа, чтобы можно было хоть чуть-чуть дышать. Она довольно эластичная. Хорошая балаклава. Я такие уже заказывал. Так, ну это на продажу, это я не за монеты выиграл. Не помню, какая цена, зайдите по ссылке, посмотрите. Очень много продаж у них, очень много отзывов людей, всем нравится. Ладно, в общем, если вы хотите выигрывать товары за монеты AliExpress, ссылка на подробную инструкцию, на видеоинструкцию будет в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр, удачи!